Здравствуйте, подписчики и зрители моего канала. Добро пожаловать! С вами Демон Сталкер. И у меня ностальгия по Ютуберс Лайф. Но это не та игрушка. Это игрушка новая российского разработчика. Компания называется Five Wolf. Недавно только вышла. Уже некоторые начали тоже уже снимать. Ну и еще, конечно, мало на канале YouTube. Ну, я тоже решил все же тоже заснять. И вот моя, как говорится, первая загрузка игры. Купил только позавчера. Ну что, начнем. Игра называется Video Blogger Story. Ну, представимся, конечно. Игра на русском языке, но, как сами знаете, многое не переведено. Это хорошо, что игрушку выпускает компания российская. Правда, они как утверждают, то пришлось им раньше выпустить ее в раннем доступе, так как большая конкуренция. И сами вы все знаете, что конкуренция это Ютуберс Лайв. Окей. Так. Так. Так, волос. Какие-нибудь посветлее. Ну, возьмем черный. Хотя у меня не черный. Я больше на шатена. Так. Ну, я обычно коротко стригусь, дальше выберем вот этот цвет. То есть и цвет, и прическу. Так. Улыбкой. Ну, конечно, я всегда улыбчивый. Или обычно нет. Грустно нет. Такая будет улыбчатый. Так. Ну и глаза серые у меня. Да, ну это какой-то мем. Это тоже. Ну, так оставим. Так. Ну, это что, нос у нас? Ну, не знаю. Ну, пускай такой будет. Так, брови. Да, ну так и нахмуришься. Так. Да вот такие, в принципе. Ну, бородка, естественно. Пускай тоже будет черная. Бородка. Правда, у меня не черная, но все же. Пускай будет такая. Бородка и... Так, ну очки. Ну и столько. Какие-нибудь такие. Да ну как-то я не знаю, не очень. Ну и все, цвет. Такой. Красный такой будет цвет. Так. Ну все, продолжим. Так, ну естественно. Интеллект. Дикция. Чё? А. Привлекательность. Ну давайте так. Юмор. Ну, в принципе, давайте на юмор кинем. Дикция, привлекательность по двоечке. Юмор, интеллект по троечке.
Жалко потом, неизвестно, будет ли потом харизма или удача, будут вообще развиваться эти очки. Так, имя канала, естественно, Game Show. Демона Сталкера. Чё, не влезает, да, ну. Когда будет просто Game Show. Game Show. Game Show. Game Show просто. Так. Так, какую-нибудь такую. Вот это будет пескаю. Возвышаю. Орлиный глаз там. Так. Страйкаем. И нам надо быстренько покупать игрушечку. Начнем мы. Ну, не знаю. А давайте посмотрим, что в тренде у нас. Майнкрафт, ну конечно. Так, Stab, Resident Evil. Harry's Mod, Battle Flat, Is Home, Let's... А, не, я хочу начало. И начало нам надо закупиться. Покупаем компьютер, монитор не будем. Так, клаву купим, давайте. Мышку. Микрофон. Камеру. Колонки не будем, и софт. Вот зря, может, клавиатуру купили, ну ладно. Игры. Так, экшен. Когда? Стаб, да, был? Ну, сейчас там все равно все изменилось. Так. Ну, у меня пока он не пойдет. XCOM. Red, вот, вот это вообще Red Alert 2 я играл, вообще это классная игрушка. Да и вообще серии этих игр, это очень классно. И давайте заснимем свой первый Let's Play по данной игре. Естественно, выбираем самый... Так, все ли правильно выбрал? Софт. Да, все правильно. Акцент. Так. Ну, у нас еще юмор. И интеллект. Вот так. Вот так. Вот так будет. Пускай. Так, продолжить. Так, это у нас... Стратегия. А чё, мы будем удивляться. Начнем со 100%. Классные звуки. Идет битва. Не на жизнь, а на смерть. Типа такие, на бой. Так. Так, все. Так, на русский перейдем. Все на битву. Все на битву, да, вот так. Вот так. Нет, какая улыбочка. Пускай будет улыбочка. Все на битву, так вот. И вот там. Ура! А чё, нельзя больше. Больше не пишется. Ну ладно. Так, мы потратили 3 дня на это. Один день простой. Next. Пока без рекламы. Чтобы была реклама, надо набрать 1000 подписчиков. Вау. Ну, это благодарность от компании Firewolf. То, что мы купили игру. И вот они здесь объясняют, то у них обстоятельства были. Почему они так рано выложили игру? 4 подписчика сразу же. Классно.
Найдем за мой канал. С 400 прошли просмотров сразу. 17 лайков. Это вообще здорово. Мне кажется, или раньше было хуже. Какая боль, какая боль. Привлекательность ноль. А у него есть под... Вот это ионы хейтеры. Какая боль, привлекательность ноль, да. Годно, хоть и самбурно. Шо? Что за песня вначале? Киньте, пожалуйста. Ну и физиономия. Попробуй сделать такую специально сами. Не получится. Вот тут я стала уважать тебя, Лена Сталкина. Вообще, здесь появляются подписчики, появляются хейтеры. Конечно, вообще классно. Так. Ну что, продолжение, я думаю, не за горами. Продолжение не за горами. Так. Привлекательность, значит, говорить, да? А давайте вот так оставим. Так. Мы будем злиться. Прошлая победа была такая. А мне, мы злимся на то, что на нас напали. Вроде стратегии не пролез. А кукушка кукукает. И такие птички, и такая вода вроде. Как будто на рыбалку похоже. Ну, самое раннее утро. Так и назовем. Рыбалка. Вау, тоже вообще офигенно. Ну, появился один подписчик. Так, здоровски получилось. Слушать такую дикцию все видео. Это, извините, издевательство. А что тебе не нравится? Всего лишь на двоечке дикция. Демонсталкер, ты просто классный. Ну, конечно, естественно. А, это нереально круто. Первый раз смотрю, отлично получилось. Ну, естественно. Так, ребят, что за композиция на заднем фоне? Кукушка. О чем поет кукушка? Так, снять нормальный ЛП не хочу, не буду. Это чё? Это ничего. Так, ну чё, надо когда... Давайте купим другую игру. Да, какую-нибудь РПГшку купим. Вот так, готика, ну, играл, конечно, а может не играл, или хотел, помню, поиграть, так, многие игры, конечно, не идут, так, кстати, я в этой игрушке отключил звук, музыку на, вообще отключил, но она все же со мной играет, это, видимо, баг раннего доступа. Давайте про космическую чё. Так. Чё, а чё ему дикция не нравится, я не пойму. Так. Давайте дикцию и интеллект. А это оставим так. Так. Next. Это космос, да? А, космос. Он ужасен и страшен. А давайте попробуем выложиться на 150%. Ой. Как страшно. Это что, космос? А почему здесь мечи? Спартанцы! 300 спартанцев в космосе! Так и назовем.
Все. 30 спартанцев. Ну, пускай будет 300 спартанцев. А я просто... Ну, сделай ты что-нибудь со своим произношением. А что тебе не нравится-то? Так, неплохая, но и нехорошая. Четверка с минусом. А ты же как в школе побывал? Четверку с минусом поставим. Ребята, скиньте, пожалуйста, песню, которая идет на первые минуты 30 секунд. Просто вау. Не заметили, что... произношение это очень фиговое. ЛП может и годный, но с таким голосом его смотреть ад. Ну и где дикция? Что ты мямлишь? Шедевр. Или должен был написать шедевр. Так, ну чё? Давай посмотрим, правда, что в тренде и купим. Может, больше подписчиков будет. 7000. Ну, давайте. Давайте. Симулятор. Так. Ищем. Это тоже на симуляции, может быть. Game Desk Tycoon. Вау, симулятор это. Разработчиков. Вот он, 7000, 27 долларов, ничего себе. Кстати, да, эта игра очень похожа все-таки на симулятор разработчиков, так как тоже там поле и такой это маленький офис, где ты сидишь, разрабатываешь игры. Чувак такой сидит. Ну, намного очень похоже таких подобных игр. Давайте купим вот это и вот это. Две игры купим, потом снимем их по очереди. Начнем с SimTown. Так, значит вам дикция, да? Ну, вот вам. 30-ка дикция. Все остальное по 23. Ну. Так. Симулятор. Мы будем смеяться. Забыл отдохнуть, а? What? Это что, Sims или непонятные звуки какие-то? Не, надо что-то... Какая-то поездка никуда. Очень не хватает длинных названий. Ребята, разработчики, пожалуйста, если вы меня услышите, подлиннее сделайте побольше символов на названии игр. Так. А, 10 подписчиков ушло. Как ушло, так и... Как пришло, так и ушло, да. Воу. 100 раз повторяет одни и те же фразы. Совершенно одинаковым голосом. Фейс Пальмус. Ура. Обязательно лайк. Не хрусти в микрофон. Не хрусти в микрофон. А я чипсы жую. Так, какие-то фразочки мейнстримные. А диксы так вообще кошмар. Демон Сталкер лучше всех продолжает снимать видео. Да. А вот это хейтеры появились, моего подписчика. Что с качеством? Почему максимально такое маленькое?
Это лучшее, что я видел в жизни. Кукувка. Кукуфонку. Куфила. Куфюшон. Кукувка. Парень, а че, наверное, обкурился, блядь. А мои ушки, мои бедные ушки. Почему ты так плохо говоришь? Я ему дикцию поставил на 30%. А, ну ладно. Вот давайте. А, да, отдохнуть, блин. Поэтому так плохо получилось. Я же не отдохнул, точно. Давай спи, товарищ. Хватит. Так, ну ладно. Хотели дикцию? Получите дикцию. Ну вот вам. Вот вам дикция. Ну. Это глюк? Или нет? Ну нет. Все, по 20-ке 38 будет, да? Ну ладно. Так, ну... Вот вам дикции побольше. Так, вот симулятор от разработчиков. Так, удивление. Так, это я пришел в офис. А нет, это я в машину залез. Ну что, на войне разрабатывают игры, блядь. Как на войне. Так, что за мелодия на заднем плане? Ну, не знаю. Мат не на мате и дикции хромает. Как это дикция хромает? 38%. Вот тут я и стал уважать и один стал. Спасибо. Не хрусти, не чавки, не глотай звуки. Следи за на речью. На речью? Можешь за речью. Писать, но чистить. Ну, естественно, никто не сможет. Фигня из-под коня. Какой-то автор помятый. Ну, конечно, только про Sony. Так. Что у нас в тренде? Иском. Давайте. А, вроде мы не можем купить. Ну, сейчас посмотрим. Чё у нас все экшена вообще нет ни одного. Нафиг, может, этот XCOM какой-нибудь экшен. Экшен купим. Он за 0 долларов. Counter-Strike. Отдохнем чуть-чуть. И поиграем. Контро! Будем злиться. Или нет. Сейчас посмотрим. Злиться, да, будем. Так, все. Погнали. Так, ладно, давай чуть-чуть юморка и привлекательность, и дикция, вот так. Будем злиться. Вот это я понимаю уже,
реально автоматные звуки под ту самую игру там. Захват базы противника. Захват точки. Во. Отписок 0. Ну как это отписок 0? Так. Захват точки. Захват точки. Пока без рекламы. Отлично. Вау. Вау, вау, вау. Здесь подписка еще. Вот и... Так, ну это старый анекдот. Раз 7 посмотрел. Какого черта так мало просмотров? Под подписчиками. Умница, пожалуйста, обгони под подписчиком. Типа самого блатного. Да будет срач. Меня от тебя укачало. Я вижу лишь одно оправдание этому произношению. Перелом челюсти. Надо было все-таки дикцию выбирать. Или чем мы выбираем? Интеллект и юмор, да? Так, давайте. Отдыхаем, чуть-чуть отдохнем. А, продолжим, так. Давнее мы не играли с Red Dead свой стратегию. Чего они привязались к дикции, не знаю. Так, юмор. И вот так. 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 Так, 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 так. Печалька. Да, мы проиграли. Так. Мы проиграли бой. Вот на топот лошади похож. Ну да, наверное. Фу. Хотя в дальше не было лошадей. Так. Порвали пулкан. Вот так. Порвали пулкан. 46 пад. Подписчиков осталось еще чуть-чуть до первого уровня, то есть до второго уровня, или как там, я не знаю, считается у них сейчас нулевой или сейчас первый уровень. А, так, лайк не глядя, ну вообще классно. Шедевр. Согласиться. Вау, 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 вау. Теперь у нас 100 подписчиков. И самое интересное, ребята, чтобы повысить следующий уровень, сейчас неизвестно, то ли сейчас первый, то ли сейчас второй. Но нужно уже потом 10 тысяч подписчиков. Это, не знаю, это... Сделали бы 1000 там, потом уже 10 тысяч. Или хотя бы сделали там 1000, 5000 там, потом 10 тысяч. Потом, ну после 100, 10 тысяч подписчиков, следующий уровень. Это как-то... Так, поставим все посерьезненько. Так, Симзы, да?
У нас пришли соседи с тортом. Мы удивились. Бильярд, ну да, Паш, бильярд играть. Ну, я теперь знаю, как надо назвать. Катал шары. А где катал, неизвестно. Да, все правильно я написал, а только какие-то сомнения появились. Так. Вау, вау, вау. Так, ты супер, никто не сможет их так снимать, кроме тебя. Специально создам кучу аков и залайкаю видос, но все отлично, красава. Сука, рекламщик какой-то появился даже. Ладно. Давайте купим кое-что. А, у нас арк пойдет. Конечно, покупаем арк. И покупаем Майнкрафт. Да, господа, Майнкрафт, кто ждет Майнкрафта? Напишите в комментариях. Так. Арк. Здесь надо интеллект. Без юмора тоже никуда. Next. Мы будем злиться. Стройка какая-то. Или рейд какой-то. Мы рейдим базу. Чью-то. Нет, это стройка. Стройка, да. Великая стройка. База. Нет. Так. Отлично, что там? Хорошая попытка, но нет, делать так. Да, нет Брэд Питт, конечно, не Брэд Питт и не Джоли ни разу. Дикция? Не слышу. И надеюсь, больше никогда не услышу это. Никс, я ничего не понимать. Блин, Никс, не бицуха. Качается, я вставаю с дивана. Мы всегда с тобой. А что лицо такое кирпичом? Ну, это мы стройкой занимались. Ну, еще одну игру снимем, и на этом, я думаю, будем заканчивать.
И когда вот восьмая неделя пройдет, так, ну теперь давай снимем Майнкрафт. Все же, если мы его купили. Да не все на дикцию. Дикция юмора. Да, типа так. Так. Мы удивились, когда первый раз зашли в Майнкрафт. Пытаемся костер, что ли, развести в Майнкрафте. Или что-то копаем. Копаем, наверное. Наверное, строим базу. Строим дом. Домик в деревне. Правильно написал, да. Домик в деревне. Вау. Сколько... Еще какое достижение медали. Сколько просмотров на Майнкрафт. А тебе он сказал, Талка, а сколько тебе лет? 30. Топыч. Действуй как у школьника. Демон Сталкер, сколько тебе лет? 30. А Дикси, как у школьника. Удачи, Демон Сталкер, с каналом. Спасибо. Что за пискля? Короче, вот эти все комментарии, как я понял, зависят от тех характеристик, которые ты выбрал в самом начале игры. Если ты выбрал вот дикцию на двоечку, тебя будет троллить за дикцию. Вот я выбрал юмор и интеллект, меня за это не троллит. Троллит за привлекательность и за дикцию. Выбрал бы их, троллили бы за юмор и за интеллект. Потому что здесь все равно не поспоришь. Здесь есть хейтеры, есть подписчики. Это полюбос всегда будет. И будет тебя троллить за то, что у тебя в минусах. Ну, хуже, чем остальное. Таш, спасибо, что вы смотрите. Ставьте лайки. Кто впервые на канал, подписывайтесь. Пишите в комментариях что-нибудь хорошее, безумно веселое, ну не гадость всякие. Да, это я вам обращаюсь, хейтеры мои, мои любимые хейтеры. И до новых встреч. Увидимся через мгновение. Пока. Okay.